На велодроме «Октябрьский» собрались сильнейшие BMX-гонщики региона. На кону кубок победителей областных чемпионата и первенства. И на этот раз оспаривать лидерство решились две ведущие BMX-школы – Омского велоцентра и «Истюшор номер 8». Соревновались в олимпийской дисциплине «Классик». В состязаниях традиционно есть лидеры. И здесь это Константин Галямов и Кристина Аникина. Оба гонщика считаются перспективными. На этом турнире задачи у них такие. Во-первых, это побороться со своим временем, а во-вторых, конечно же, выиграть. Интересно посмотреть на наш уровень омский. И, ну, я приехал сюда в качестве как потренироваться и как бы показать пример остальным молодым гонщикам нашей Омской области. На этих состязаниях все стандартно. Тайм-триал. Спортсмены в одиночку едут на время. Дальше распределяются по заездам. Проводится жеребьевка. Ребята получают свои стартовые дорожки. Проезжают по три заезда. После лучшие разыгрывают места в финале. И это гонка «Классик». Олимпийская дисциплина. Есть еще эстафета. Одна из самых зрелищных соревновательных дисциплин. Задачи такие, чтобы отобрать лучших ребят, кто сегодня может показывать, достигать результата работоспособных. То есть у нас уже сегодня поступили ребята в училище Олимпийского резерва. Мы довольно-таки неплохо провели турнир. И нам нужно дополнить тех ребят, кто перспективными, чтобы они тренировались сильными и показывали результат. То есть прославлять нашу область дальше на всевозможных стартах. По итогам двух дней состязаний в турнире младших юношей победу одержал финалист Всероссийской летней спартакиады школьников Данил Евдокимов. Сильнейшим среди старших юношей стал Георгий Герасименко.